Я являюсь автолюбителем, очень люблю ездить. У нас, конечно, с культурой большая проблема, так же, как и с самой дорогой, потому что она вся в рытвинах. Ну, причем по Москве это нельзя сказать, а так как я частенько езжу по гастролям, то я вижу, что вообще во всей стране творится. Это, ну, как после бомбежки, на самом деле. Ну, хотя сейчас стало лучше. Врать не буду, стало лучше. Вот, а что, с хамством бороться, надо начинать с себя. Я вот, например, когда на меня начинает кричать или бибикать, я начинаю засыпать. У меня такая реакция организма. Я один раз заснул и даже врезался. То есть разозлил другого человека. Нехорошо, конечно. Но да, в любом случае, все надо с себя начинать. Не бросить бычок, а поднять его. Вот и все.